По факту Алексей Белобородов не работает с октября 2017 года, с началом уголовного дела. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Следователи полагают, что управделами губернатора приобрел три иномарки на сумму 18 миллионов рублей без проведения конкурсных процедур. И хотя расследование закончится только в октябре, Виктор Томенко предпочел уволить сотрудника с сомнительной репутацией, сообщил Политбюро их источник. На сайте правительства края на соответствующей должности значится Евгений Кочергов. Это первое обновление в структурах власти после назначения Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора.